Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Сегодня мы хотим вам рассказать и показать частотный преобразователь для однофазных электродвигателей. Если вы посмотрите историю наших видеороликов, вы увидите, что мы уже снимали данный ответ на вопрос, какие частотные преобразователи подходят для однофазных электродвигателей. Вот теперь у нас клиент заказал такой частотник. Это частотный преобразователь Invertec Drive. Это будет моделька ODE3. Значит, здесь она у нас идет на 0,4 кВт. Давайте я вам ближе попробую показать. То есть так красиво они их упаковывают. Такие воздушные специальные кулечки для того, чтобы они не повредились во время транспортировки. Поэтому мы не будем распаковывать, так как клиент еще у нас не получил товар. Но вам должно быть видно, как они выглядят. Значит, на центральной панельке у нас расположены кнопочки включения и отключения, перелистывания задач, которые можете устанавливать. Здесь у нас все характеристики, которые соответствуют данному частотному преобразователю. Это мощность, напряжение, пусковые токи. Сам корпус у нас идет пластиковый, и есть крепежи для того, чтобы закрепить на стенку. Снизу, соответственно, как во всех частотниках, есть всякие подключения для там, кабелей, для подключиться к ПК, и можно программировать данный частотный преобразователь с персонального компьютера. Значит, такие частотные преобразователи торговой марки Invertec Drives, вот так они, вот идет книжечка по эксплуатации, и здесь идут все гарантийные сервисные центры, где можно будет, если в случае чего, обратиться. Значит, данный преобразователь — это уникальный частотный преобразователь, который подходит именно для двигателей 220 вольт. Так как известно, что в основном частотные преобразователи у нас выпускаются для трехфазных двигателей, но есть подключение 220, подключение 380. Так вот, именно вот такая вот моделька чисто для однофазных двигателей. Если у вас будут вопросы, вы захотите заказать такой частотный преобразователь, обращайтесь в нашу компанию по телефончику 044-530-38.